летит на леопарде. Леха СТО на стримах своих он людей космос запускает и здоровья желает. И вот он ключевой момент, в фите залетает и позицию забирает. В прицел он берет своих соперников. Прогай что-то тут букует ты. Тычки в космос запускает, бачит МКС. Привет, передавай, отдай прогай, давай, до свидания. Всем привет, это Леха СТО. Сегодня лучшие танки в гравитации. Кто же лучше, леопард или яга СТО? Будет в обоих, кто победит, выбор за вами. А пока присаживайтесь поудобнее, наслаждайтесь, это вот блиц. Гравитация, гравитация, ганковый бой. For World of Tanks Blitz, это наш бой. Лео и Яга, кто же сильней в этом режиме? Каждый герой, летят снаряды, танки в полет. Каждый из нас здесь танков пилот. Гравитация, здесь нет границ, вот блиц. Победа для всех нас. Играл 13 часов подряд и даже не устал получать удовольствие от его мощи. Запомни, чтобы накипать на леопарде, надо в амуниции увеличить порох. Ура! И увеличить заряд в оборудовании. Опротажность не забывай, короче, слушай. Главное, стрелять наверняка будет первым. Как самый быстрый стрелок, а не конца за день будешь откидывать и всех в полет. Леопард он хорош, не для каждого. Если ты новичок, то ты купит и немного. Скоро будет так для твоего уровня. Гравитация, танковый бой. World of Tanks Blitz, это наш бой. Лео и Яга, кто же сильней? В этом режиме каждый герой. Летят снаряды, танки в полет. Каждый из нас здесь танков пилот. Гравитация, здесь нет границ. Вот Blitz, победа для всех. Не забывай про маневры и укрытия. В космосе каждый важен, как на шахматной доске. Умение использовать планшет — это искусство, которое принесет тебе победу. Как опытному бойцу, не спеши стрелять, изучай решение врага. В нужный момент твой выстрел будет смертельным. В команде важно работать как единый механизм. Только так победишь в этом странном мире. Гравитация, танковый бой. World of Tanks Blitz, это наш бой. Лео и Яга, кто же сильней? В этом режиме каждый герой. Летят снаряды, танк и полет. Каждый из нас здесь танк и пилот. Гравитация здесь не границ. Вот Blitz, победа для всех нас. Вот Blitz, победа для всех нас. Знай своего врага, изучай его тактику. Ведь каждый танк гравитации имеет свою магию. Лео быстрый и маневренный, но уязвим к огню. Не забывай про это, и будешь в доме всегда. Гравитация, танковый бой. Опыт, танк, лиц, это наш бой. Лео и Яга, кто же сильней? В этом режиме каждый герой. Летят снаряды, танк и полет. Каждый из нас здесь танк и пилот. Гравитация здесь не границ. Вот Блиц, победа для всех нас. Я попросить должен, чтобы лайк поставил и комментарий написал. Тогда видео в рекомендации попадет. Я тогда подписчиков наберу и тебе офигенное видео. Гайд, которого еще не видел. Полезный, самый важный он будет. Поддержи минутку времени найти. Гравитация, танковый бой. Каждый герой, летят снаряды, танк и полет. Каждый из нас здесь танк и пилот. Гравитация здесь не границ. Вот Блиц, победа для всех нас. Вот Блиц, победа для всех нас.
кончик гравитации. Все незнакомые яга и сто. Что сказать им, боим ищет, боже спаси. Яги открути мне, подкрути. Смертоносная машина с кучей брони. После мелкого перепихона со взводным всегда за дело. Убили первого взводного соперника. К тому времени у нас уже минус два союзника. И вот на моих глазах дохнут остальные. Гравитация, танковый бой. World of Tanks, Blitz, это наш бой. Лео и Яга, кто же сильнее? В этом режиме каждый герой. Летят заряды, танки в полет. Каждый из нас здесь танкоспилот. Гравитация, здесь нет границ. Вот Blitz, победа для всех нас. Когда вокруг все рушится и дым окутывает поле, Яга остается как скала, готовая к последнему бою. Каждый выстрел точен, каждое движение решительно. Этот танк не подведет, если верить в свою силу. Не важно, сколько врагов на горизонте, Яга справится со всеми. В этом и магия, так что не бойся, иди вперед, сражайся до конца. Гравитации победа всегда достается сильнейшим. Гравитация, танковый бой. World of Tanks, Blitz, это наш бой. Лео и Яга, кто же сильнее? В этом режиме каждый герой. Летят заряды, танки в полет. Каждый из нас здесь танкоспилот. Гравитация, здесь нет границ. Вот Blitz, победа для всех нас. Пытаюсь спасти ситуацию, борюсь как могу, не сдаюсь. И ты всегда доигрывай, не всегда все потеряно. Главное верить в себя, играть не на урон, а на победу. Танковый бой, World of Tanks, Blitz, это наш бой.